Предприниматели в большинстве своем считают, что их задача построить магазин. А по какому тротуару сюда придут покупатели – дело второстепенное. Однако так думают не все. Забота о покупателях – не просто благотворительность. За благоустройство прилегающей территории взялись бизнесмены нового города. В планах облагородить проспект Ульяновский. Мы хотели бы все-таки вернуться к вопросу благоустройства, потому что сейчас очень много говорится и со стороны президента нашего губернатора об агрессивности городской среды. У нас новый город, он быстрее всех реагирует на все изменения, новшества. У нас давно уже жители говорят о том, что живем на асфальте. Широкие проспекты, широкие тротуары. Желающему сделать Ульяновск городом-садом есть где развернуться. Руководство одного из торговых центров главной магистрали нового города установило лавочки и небольшую кованую скульптуру. У жителей Заволжского района, в частности нового города, появилось достаточно большое количество посещать, посмотреть, гулять. Здесь тем более, что в рамках благоустройства установлены лавочки, установлены урны. Город помог провести ямочный ремонт. На сегодняшний день мы планируем сорганизовать, соответственно, на бюджет 2020 года асфальтировку данного участка входной группы. Бизнес планирует провести, уложить плитку около, соответственно, установить фонари, такие интересные. Меценаты и власти готовят проект благоустройства, который представят на суд общественности. Проект включает в себя необычные клумбы, газоны, лавочки и даже фонтан, который, кстати, тоже будет подпитываться водой за счет предпринимателя, предложившего такой проект. Сам проект достаточно интересный, кроме того, его реализация минимально затрагивает городской и районные бюджеты. Осталось только дождаться окончательно согласованного проекта и общественного обсуждения. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.